она здесь. У меня есть одна статейка. Думаю, экзаменеру она понравится. Про исцеление с божественным вмешательством. Девочка начала творить чудеса после явления ей Девы Марии. Мне звонят из Чикаго, Нью-Йорка, Вашингтона. Буквально каждый католик на планете жаждет новостей об этом. Вам нужен эксклюзив? Короче, я уже все установил. В принципе, можем начать с пары простых вопросов. А сколько будет зрителей? Мария хочет, чтобы ее услышало много людей. Может, и миллионы. Многие люди не верят в совершенное тобой чудо. Что бы ты сказала всем этим неверующим? Узрите и уверуйте. А почему она выбрала именно тебя? Я открыла Марии сердце, впустила ее в себя. В три места явления Марии приходят миллионы паломников каждый год. Ватикан поручил нам расследовать и это явление Богородицы. Я прочел тысячи огромных томов о сверхъестественном. Изучил сотни различных чудес. Доказав, что это обман. Она сейчас с нами. А может, тут задействованы другие силы? Когда Бог строит храм, то дьявол ставит рядом часовню. Просто верьте ей. Сомнение ослабляет веру. Святая Мария, Матерь Божья, вверяем тебе наши грешные души во имя спасения нашего. Это деяние точно не Девы Марии. Это все происки нечестивых. Лишь вера в зло дает злу его силу. Поверьте в нее. Вы вверяете свои грешные души Марии. Святая Мария, Матерь Божья, помилуй нас грешных.